Модная игрушка спиннер или крутилка для рук стремительно набирает популярность во всем мире. Общество разделилось на тех, кто сходит с ума по этим вертелкам, и тех, кто считает их самой бесполезной вещью. И это еще мягко говоря. Но я уверен, феномен спиннера возник не случайно. Привычка вертеть что-то в руках для многих является физиологической потребностью. Кто-то перебирает четки, а я вот, например, всегда любил крутить подшипник. А кто-то придумал держать его двумя пальцами и крутить третьим. Наверное, это более эргономично. Плюс возможность делать разные трюки. Честно говоря, те игрушки, которые вы найдете сегодня в продаже, это откровенный ширпотреб, рассчитанный на детскую аудиторию. В моем понимании, такая вертелка должна быть оригинальной и хотя бы чуть-чуть функциональной. Поэтому идея превратить спиннер в генератор просилась сама собой. Понятное дело, много из него не выжмешь, но хотя бы для светодиодного фонарика накопить энергию вполне реально. Ну а то, что такому фонарику всегда найдется применение, думаю, объяснять не надо. Внутри у меня поместился настоящий генератор на 8 неодимовых магнитах, которые, естественно, наводят ток в обмотке и одновременно играют роль маховика накопителя энергии вращения. Получаемый переменный ток выпрямляется маленьким диодным мостом, за которым стоит аккумулятор в виде ионистора на одну фараду. Ну а далее маленький выключатель и суперяркий светодиод. Все это компактно размещается и скрывается в круглом корпусе. Весит такой спиннер целых 200 грамм. Тяжесть – это хорошо. Тяжесть – это надежно. Спиннер – это не просто игрушка, но и своего рода микротренажер, который помогает держать в тонусе кисти и пальцы рук, развивает мелкую моторику. Далее я постарался отобразить весь процесс изготовления своего спиннер-генератора. Кому-то, думаю, будет интересно.